Всем привет, ребята! Как ваши дела? Очень плохо! Почему очень плохо? Я хочу спать. Спать? Я тоже хочу спать. Вечно у нас орёт телевизор. Вечно. Дети его включат. Вот они включили и ушли. Вот в чем прикол? Включить телевизор и просто уйти. Я не понимаю. Смотрите, у нас последний этот снежок остался. Видите? Последний кусочек снега, который еще не растаял. Вот что у нас творится на улице. Дождь, сыро, мокро. Девчонки и мальчишки, а также их родители у нас сегодня. Что у нас сегодня? Сегодня у нас среда. Буду монтировать влог. Поздновато, конечно, у нас уже час дня. А я только буду влог монтировать. Поэтому сейчас смонтирую влог. Мне нужно еще приготовить обед. Всех накормить. Ты не знала, что ли, что корочкой покрывается, когда замерзает? Корочкой покрылась. У нас же от мяса жирное мясо. Мясо говядина, свинина. Поэтому такое. Ты думала, что испортилось? Угу. Сегодня мы поедем, поменяем наши монетки. Так что это не переключайтесь. Будет очень интересно, посмотрим, кто у нас выиграл денежку. Как ты думаешь, кто выиграет денежку? Я. Я думаю, что я выиграю. А если ты выиграешь, ты поделишься? Нет. Почему? Я хочу делать пирожки с картошкой. Чего смешно? Есть у меня картошка, есть у меня картошка. Нужно делать пирожку, наделать пюре. Господи, купили вот эту подставку для камеры. Стоила она бешеных денег, а... Господи. А нормально установить камеру? Невозможно, она это... Скатывается, съезжает, ножки разъезжаются. Может, это... Они должны хотя бы их немножко потуже сделать. Они их сделали совсем такие разболтанные. Камеру ставишь куда-нибудь, и она вот так ножки разъезжаются. В общем, ребят, как вы заметили, что все-таки YouTube комментарии все равно отключает, но... Вот, наверное, на какое-то время он их оставляет. Где-то на пару часов они открытые. Поэтому все равно пишите. Мы первый час, наверное, стараемся, да, вот так вот. Где-то первый час мы их читаем. Где-то в течение часа. Читаем, лайкаем, отвечаем. Так, я не знаю, какое пюре получится с этой картошки. Если получится ужасное, то... Я не знаю, если это картошка для пюре. Вот такая картошка красная. Так, собрались печь пирожки, а у меня-то нет муки. Вот этого мало будет, девочки. Так что идите за мукой. Я не пойду. Тох, Ксения. Видите, тут мало совсем. Мне нужен килограммчик купить еще. Одну пачку? Сделаешь. Это что, пианино? Да, король. Да, одной пачки хватит. Все, уже картошку, наверное, хватит. Последнюю часть. Да. Больше не надо. У нас тут какую-то сирену включают. Может быть, что-то случилось? Нет? Всегда в среду. Да? 2 февраля это всегда. Вау. Это был всей Швейцарии. Ничего себе. Это громко. Я там на улице, я чуть не... Маргарита как раз в магазин пошла. И эта сирена как загудела. Все? А сколько раз они будут только включать ее? Два. Они уже 3, наверное, включили. Два. Что там такое, Бонь? Ну-ка, не какие. Картошечка уже сварилась. Тесто готово. И сейчас будем уже лепить пирожки. Картошечку сейчас мы быстренько пюре сделаем и будем жарить. Ой-ой-ой, кстати, у Бонни течка. Второй раз уже за все время. Бонюсь, ну выпусти собаку погулять. Пойдем погулять. Так, влог я поставила загружаться, так что буду заниматься пирожками сейчас.
Тесто вон все поднимается и поднимается. Пюрешка вкусная получилась. Я сделаю без лука, потому что у нас не все с луком едят. Она не хочет в дождик, видишь, не нравится ей. Не гуляется. Там дождик ей не нравится. Кому нравится гулять в дождик? Никому. И собаке даже. Так, все, начинаем делать пирожки. Ребят, смотрите, вышел влог, и я сразу же бегом читать комментарии, ставить сердечки. Сейчас вот пока они будут открыты, я буду читать и ставить сердечки всем. Так, все, нажарила я пирожки, смотрите, последние немножко сгорели, потому что я это комментарии ваши читала и зачиталась. Ну, как всегда, у меня последняя сгорает. Все. У меня еще картошечка осталась, но можно что-нибудь, как гарнир, можно к нему что-нибудь сделать. И все. Сейчас я буду здесь все убирать. Такое, Маргарита, хватит. Маргарита! Он нас бьет! Я вижу только то, что ты бьешь, а не он бьет. Вот, смотри, что они делают, а? Подушками. Маргарита, это ты их завела? И лежит сейчас, главное, завела их, а сама лежит отдыхает. Типолинов! По лицу! Так, все, девчонки, мы поехали менять монетки. Ребят, ждите результата. Сколько там? Я не знаю, сколько там. Мы не до конца досчитали, мы только посчитали 300. И там еще оставалось очень много мелочи. 386 мы посчитали. В общем, сейчас я принесу чек, чтобы вы не думали, что мы обманем или еще что-то. Обязательно принесу чек. Что? Мы будем играть в прятки. Один. Четыре. 20. Я иду. Ха-ха, Каролина. Ну, вы не знаете, как играть в прятки. С вами не интересно. Я не могу. Ну, хорошо, и так лучше. Это Макс. Нет, это ты. Нет. Прячьтесь нормально. Надо. 6, 7, 8. Карон, ну ты мой вас. Ай, блин. 7. Ты не можешь говорить. Такие пробки, никак не можем до центра доехать. Мы уже почти приехали. Едем, наверное, минут 30 точно. Это не хочет. Не хочется забирать. Не нравится ему эта монета. Ну что, мы вернулись. Мы вернулись. Ну как вы думаете, кто? Кто позаберет вот эту вот денежку? Вот она. Он не принял одну монетку. Я не знаю почему. Он не хотел, я постоянно ее выплевывал. Хотя она настоящая, это не подделка. В общем, вот денежка.
А вот здесь бумажечка, и на ней написано сколько. Кто выиграл? Я сначала посчитала, что выиграла Ксюша, потому что... Сколько здесь? Она назвала почти точную цифру. Посмотрите. Сейчас. 485-55. Ксюша сказала 485. Но он не принял вот эту монетку. Значит, 485 плюс 2 сколько будет? Но оно сливали. Да, эта монетка была в пакете. Сколько получается? 485 плюс 2? Пакеты заливали. 487? 487? Ты знала, мама, ты знала. Я не знала, я тебе клянусь, я не знала. Ты один раз считала, ты один раз считала. Я считала, было 500. Но оттуда, оказывается, взяли монетки. Мы брали иногда оттуда монетки, поэтому я точно не знала. Но я знала, что там есть 500. Я когда увидела, думаю, ну, Ксюша выиграла, а потом смотрю, у нас же монетка еще осталась. Ну, так что спасибо, я но пошла. Но он монетку не взял. Да ладно, это на всех. Я это, больше это потом, продавала. Когда там магазины откроются, мы потом потратим. Хорошо? Да потому я что, на акции. Потому что у нас сейчас магазины закрыты, и мы как бы все равно это не потратим. Мам, я не хочу макарон. Договорились? Мне есть. Но я больше когда я поделюсь со всеми. На всех потратить. Так, давайте поделим. Не, ну потом, когда магазин откроется, мы куда-нибудь пойдем. И каждый выберет себе подарок, хорошо? Вот, ближе получит. Ну, я не хочу, чем я буду себе забирать? Я со всеми поделюсь, чтобы не было обидно. А если бы ты выиграла, ты бы поделилась? Угу. Ну вот, поэтому я тоже поделюсь со всеми. Сейчас я буду снимать макияж. Взяла у Маргариты, заняла масочку. Потом я ей куплю такую. Мои маски закончились. Поэтому сейчас я сниму макияж и сделаю маску. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. Теперь я сделаю масочку. Ух ты, она черная. Я надеюсь, не важно, какую сторону она делает. Она уже начинает пениться. Черная. Все. Видите, как она уже вспенилась. Сейчас я буду всех пугать. Qué curioso. Parecía de esa fruta con ojo. Она спускается, как усы. У меня как будто усы черные. Никто не хочет со мной обниматься, нехорошие такие. Ну вот, меня Бонни только, да. Фу, не облизывай меня, ты что? А что ж она сползает-то мне прям на губу? Корм для Бонни еще не пришел, поэтому продолжаю кормить ее вкусняшками. Кушай, мой золотой. Так, все, видите, моя масочка уже подсохла, здесь немножко пенка осталась. Она уже сухая, вот. Так, сейчас я умоюсь. И все. Время у нас почти 12 часов ночи. Как вы думаете, что я делаю? Я кушаю. Да, у меня иногда просыпается ночной такой жор. Если я не покушаю, я просто не... Вот, я сижу, доедаю картошечку, которая осталась у меня это от пирожков. И подлив. И сижу, доделываю видео девчонок, которое выйдет тоже завтра. Ну, то есть сегодня, вот когда вот этот влог выйдет. Девчонки снимали наш вечер на каникулах. Вот сейчас мне нужно музыку вставить, и все. Девчонки еще не спят, кстати. Там они что-то делают в комнате. В общем, я где-то еще так полчасика и пойду спать. Я же говорю, девчонки не спят. Да. Что делаете? Мама, ну смотри, я смотрю компьютер. Вот так вот. А моя рука берет и трясется просто так. Берет и трясется. Да, я вот так вот. Ты, наверное, передавливаешь тут нерв. Вот здесь вот проходит. Ты его передавливаешь, а рука начинает трястись. У меня тоже такое бывает. Я смотрю, тут еще один человек проголодался. Так же, как и я. Я уже все доела, так что ничего не осталось.
Ну ты. Ну ты. Это йогурт таскает. Ну ты хотя бы йогурт съела. Я съела не очень хорошую еду, которую лучше не есть на ночь. А теперь мне. Теперь у меня тяжесть в желудке. Все, спать. Эй. Все, я пошла спать, короче. Все, спокойной ночи. Все. Буньку, кстати, выгули. Давай, иди выгуливай собаку. Она там с папой спала. Давай, Бунечка. Это вы ее. Не замечаете, либо у нее шерстка такая сильно густая, либо она потолстела. Нет, как не пойму. Потолстеть. Широкая мадам стала. Иди давай гулять. Какая-то она широкая стала, либо пушистая, не знаю. Не пушистая. Так вот трогаешь ее, тут шерсть одна. Да? Или она потолстела? Я думаю, что немножечко. Немножко потолстела, да? Все, на диету садимся. Ну, со мной. Спортом заниматься, все.